Сегодня свой юбилей отмечает руководитель ансамбля «Акварель» Народного хора «Красная гвоздика» и ансамбля бардовской песни «Осень» Дворца культуры «Энергетик» Наталья Попова. Стихи не пишу, я стихами молюсь за детей, за друзей, за планету. Про таких людей говорят: талантлив от Бога. Музыкант с большой буквы, преданная своему делу. Сценическая карьера Натальи Алексеевны насчитывает почти 45 лет. Она руководит сразу тремя коллективами, разными по формату и жанру, но удивительно похожими своей искренностью, высоким стилем и невероятной ответственностью к каждой ноте, каждому слову. Репертуар всегда выверен и пережит сердцем. Вначале руководителя, затем музыкантов и, наконец, зрителя. Потому высоко ценится не только в родном Ангарске, но и за его пределами. Коллективы не раз становились лауреатами конкурсов различных уровней. Телекомпания «Актис» поздравляет Наталью Алексеевну с юбилеем. Пусть ваша прекрасная музыка касается сердец и дальше. Вдохновение на новые проекты.